Добрый вечер, дорогие друзья! В сегодняшнем уроке мы с вами будем учиться создавать надпись по дуге. К примеру, у вас есть ваша шкатулочка, вы хотите украсить ее шильдой, и вам нравится, как выглядит надпись не просто как текст по горизонтали, а текст по дуге. Давайте попробуем это сделать вместе. Итак, будем делать в программе Photoshop. Переходим во вкладочку «Файл», «Создать». И создаем наш первый слой шириной 20 сантиметров, высотой 10, разрешением 75 и нажимаем на ОК. Открывается у нас с вами наш первый слой. Далее мы переходим в вертикальную панель управления, находим инструмент «Горизонтальный текст», нажимаем. Далее переходим на документ, левой кнопочкой мыши нажимаем и пишем то, что нам здесь хочется. К примеру, «Дорогой подруге». Вот мы с вами написали наш текст. Теперь переходим в верхнюю панель управления. Видите, здесь вкладочка такая маленькая, буковка «Т» с изогнутой дугой. Нажимаем на нее. Называется «Создает деформированный текст». Нажимаем. Далее здесь появляется окошечко. Не показывать. Выбираем здесь «Дугой». Вы можете выбрать аркой, можете выбрать флагом, то есть так, как вы захотите. К примеру, дугой. И нажимаем либо ОК, либо здесь будем выбирать изгиб, процент изгиба. Либо вот в эту сторону, как показано сейчас у меня, либо мы можем сделать в другую сторону, то есть в обратную, так, как вы захотите. К примеру, чуть-чуть поменьше, потому что так как шрифт у меня более такой винтажный и нежный, не прямой, не очень хорошо смотрится, если изгиб у нас очень сильный. К примеру, оставим его вот так. И нажимаем на ОК. Итак, у нас с вами получился изогнутый текст по дуге. Ну, поставить здесь можно вопросительный знак, восклицательный точнее. И все. Итак, мы переходим опять в левую вертикальную панель управления, наш первый инструмент, нажимаем, и вот такой текст у нас получился. Как видите, все как всегда, просто и легко. Итак, если вам понравился данный урок, ставим лайк, подписываемся на наш канал, подписываемся на нашу группу ВКонтакте, ссылочку я оставлю вам в описании, и до новых встреч!